дорогие телезрители, мы с вами находимся в знаменитой крепости. Выпустите отсюда, замуровали. Ты кто такой, воды, пацан? Воды, еды, выпусти меня, выпусти. Ты чё, пацан? Выпусти. Небольшими, так сказать, усилиями удалось подняться к подножию самой крепости. Первое упоминание вот об этой величественной крепости Кёнигштайн уже было во времена чешского короля Вацлава I. Это был 13 век. И эта крепость относилась к чешскому королевству. Здесь имеется табличка, которая рассказывает о том, что крепость в том виде, в котором мы сегодня ее видим, она была заложена в 1589 году. То есть здесь не слово о средневековье, о 13 веке, когда крепость принадлежала, ну, видимо, в другом виде, чешскому королевству. Да, здесь, кстати, этот мост, он поднимался. Этот мост поднимался. Конечно, толщина стен поражает. Это да, столетиями строили эту стену. Не знаю, люди получали ли за эту работу деньги. Вот, но не знаю. Ворота, я думаю, наверное, уже 18 столетия, да? Толщина ворот. Шикарно. Просто нереально. И здесь, да, такой подъем. И вот через этот подъем... Через этот такой достаточно, мне кажется, порядка 45 градусов подъем, даже, ну, 40 градусов, хорошо, поднимались различные оружия. Если это все делалось с помощью солдат и вот этого, этой шестеренки. Нам еще предстоит подняться чуть-чуть. Возможно, дальше солдаты толкали все это в гору. Мы поднялись на плато этой крепости, на самая верхняя плата. И сейчас я начинаю обзор того, что тут расположено. Посмотрите, здесь как такой маленький городок, куча всяких построек. Есть, имеется также церквушка. То есть здесь все было свое. И вот это место, эта площадь называется площадь Августа. Саксонский кюрфюстер Фридрих Август III. Приложил руку к укреплению данной крепости, и тем самым была заложена данная площадь. И вот, как мы видим, такая миниатюрная, да, но тем не менее приятная. Здесь можно наблюдать много высаженных лип. И достаточно так уютно. Мы даже не представляем, что мы сейчас находимся на высоте 360 метров над уровнем моря. А мы поднялись на эту высоту своими ножками. Если кому-то лень, то можно на лифте подняться. Ну, посмотрите, да, как это гармонично все вписано. Вот эти крепостные стены вписаны в натуральный, естественный скалистый пейзаж. Площадь плато, на которой находится крепость Кёнигштайн, составляет 9,5 гектар. Это очень большая площадь. Здесь имеется вода, свой колодец. И в день можно было поднимать до 5000 литров воды. А вон вода снизу. Воду видно, да? Угу. Колодец 152,5 метра. До 19 века это все делалось вручную. А когда изобрели паровую машину, они ее здесь построили, топили углем. Паровая машина вырабатывала давление, которое, видимо, потом превращалось в электросилу, и электромоторами уже поднимали воду. За день можно было поднимать до 5000 литров воды, и на человека
приходилось по 5 литров воды в день. То есть это достаточное количество, ну, именно питьевой воды. Сегодня из этого колодца, который мы посетили, нельзя пить воду по немецким законам. То есть, ну, вот нельзя. Если вы, я не знаю, где-то на улице встретите в Берлине колонку и начнете оттуда воду качать, то тогда, ну, можете попасть на штраф. И в 16-м у нас столетии здесь пытались сделать монастырь. Сюда приехали монахи, они здесь жили несколько десятилетий, но как-то не прижились, и в итоге крепость начали укреплять дальше. А такие были в царской России? А это все лили, что ли, вот эти ядра? Они отливались, да. Отливались в специальных формах, да? Угу. А это, получается, мортиры или как это называется? Ну, вроде как, да. Они недалеко стреляют, но... По-английски мортар. Что тебе, колодец понравился больше или военная техника? Мне понравился колодец. Все эти пушки старинные, а тут еще музей современного оружия, там тоже атомные бомбы есть. Всякие современные пушки автоматические. Мне понравились виды. Больше всего мне виды здесь понравились. В 1680 году в крепости умерло 40 человек от чумы, и они были все спрятаны в этой крепости. В начале 18 века здесь, в крепости Кёнигштайн, был заключен алхимик Бёргер, который впоследствии изобрел фарфор. И именно из этого изобретения затем начал развиваться Майсеновский фарфоровый завод, известный, который был основан в 1710 году. Относительно заключенных в этой тюрьме, здесь находился анархист-революционер Бакунин, Михаил Бакунин, который участвовал в Дрезденской революции, и саксонские власти его определили в заключение в крепость Кёнигштайн. До сегодняшнего дня так и не ясно, для чего служила данная башня. Можно посмотреть, она таким выступом обозначена. Предполагают, что для наблюдения за Эльбой. Также есть предположение, что она выполняла роль для тюремного заключения. Вот такой барочный домик под названием «Домик Фридриха» находится здесь. Шуточная история или такая некая легенда, что некий лейб-паш, перебрав с вином на одном из праздников, уснул на подоконнике. Его обнаружили спящим там, и по приказу короля он был привязан и с помощью фанфар разбужен. И таким образом вот немецкий юмор проявил себя в этой истории. Во времена французско-прусской войны территория данной крепости также использовалась для заключения военных. Военнопленные Первой мировой войны, это русские солдаты, они находились также на территории данной крепости. Добрались до военного лазарета. Это вот такое сооружение снизу. Состоит из 5 помещений. На стенах имеются различные нумерации. Также вот крест мы видели. Сточные системы. Ну, что немцы, что голландцы, они как бы этим знамениты. Голландцы тем более, они знают, как с водой работать. Также можно наблюдать вдоль стены, опять же, деревянную такую трубу, так сказать. Это является одной из частей канализационной системы. Вот эта вот деревянная труба, которая устремляется вниз по скале. Вот на таком пароходике можно за 4,5 часа добраться до Дрездена.
на метро, так сказать, можно доехать за 40 минут. Ну, в общем, решайте сами, как вам лучше сделать. Либо вы проскочите на поезде все эти красоты мимо. Очередная башня. Скорее всего, это уже наблюдательная башня. Вот так вот из этого окна просматривалась территория. Также имелось маленькое окошко, это амбразура. Во время Второй мировой войны на территории крепости Кёнигштайн содержались сначала польские офицеры. Да, здесь находился как раз-таки лагерь Офлаг 4А. После 1939 года, как нам известно, после нападения нацистской Германии на Польшу, здесь располагались польские высокопоставленные чины военные. После падения Франции поляков переместили в другие лагеря, а здесь находились французские генералы и офицеры. История говорит, что одному из них даже удалось убежать с этой крепости, и его не поймали. Представьте, как вот убежать с этой крепости, вот с этой высоты, я не знаю. В 1942 году французскому генералу Анри Жиро удалось сбежать из этой крепости. 8 мая 1945 года советские войска подошли к данной крепости Кёнигштайн, и как вы думаете, что было? Они освободили французских заключенных, которых немцы бросили на произвол судьбы в этой крепости, в застенках этой крепости, и сами, конечно же, уже давно-давно из этой крепости убежали. Во время Второй мировой войны в крепости Кёнигштайн была спрятана коллекция произведений искусства из Дрезденской галереи. Именно здесь где-то она была сохранена. Самое удивительное то, что советские войска не стали ее забирать себе, точнее, присваивать и отправлять в Советский Союз, а они эти все картины отдали обратно Дрездену, и таким образом сегодня можно наслаждаться, приезжать в Дрезден и наслаждаться этими картинами. Вот. Ну и с 1955 года данная крепость работает в нормальном режиме для посещений, и каждый год, особенно после воссоединения Восточной Германии с Западной Германией, здесь происходят различные события, мероприятия. О, richtig frisch, danke schön. Ну и, конечно, как же без памятников Йогану Саксонскому, великому и неподражаемому. Именно он здесь правил. Алексей, какие твои впечатления? Тебе понравилось сегодня? Я всем советую посетить эту крепость Кёнигштайн. Это супер просто. Во-первых, это огромное плато, укрепленное, очень красивые башни, много зданий, много музеев, которые посетить можно. В общем, осталось куча впечатлений. Самый большой кайф нам доставило это по периметру крепости вдоль стены идти поверху и смотреть на ландшафт вокруг. Вот это вот скалы, реки, села, рапсовые поля. Все это настолько светится и красиво выглядит. Просто шикардос. Ну, ты бы записался караульным, чтобы вот так да, ходить? Да, да, я вот только... Это мечта, мечта любого романтика — работать караульным на стене Кёнигштайна. А как же, вот вообще было бы, она заброшена, и тут нужен был бы хаус-кипер. Ты бы сюда вписался, чтобы несколько, там, я не знаю, ну, месяцев здесь жить и смотреть. Тебе бы еду сюда доставляли, ты бы здесь из колодца воду добывал, и ты бы жил здесь? Один-одинешенек, и тебя бы не пугали призраки, которые здесь по ночам бродят. Ну, мы пока только призраков мало видели. Вон как, Наполеона призрак. Да. Пожалуйста. Ну, честно говоря, несколько месяцев нет, но пару дней бы с удовольствием. Алексей, это не серьезно все. Так вот, я еще добавлю от себя немножко, скажу, что всем известен также Бастай. На него, если вы хотите, тоже можно посетить, посвятить целый день. Но, просто вот Кёнигштайн, вы на Кёнигштайн потратите больше времени, поэтому обязательно как минимум с утра до вечера побыть в Кёнигштайне,
крепости Кёнигштайна и все посмотреть. Ну, вы все не успеете посмотреть, но это необходимо сделать, приехать сюда и обязательно посмотреть великолепие Средневековья.